Друзья, всем привет! Сегодня хочу показать вам обзор ЖК Скандинавия от компании Мистер Надзор. Стоимость за квадратный метр начинается от 180 тысяч рублей и доходит до 430. Теперь пойдемте посмотрим подъезд. Входную группу у нас пока еще не защитили, но говорят, сделают. Значит, на стене вот такая вот табличка есть, нумерация квартиры, очень удобно. На полу у нас плитка под дерево, стены с бело-зеленого цвета. На этажах у нас коридорная система, стены также бирюзового цвета, а лифтовое оборудование, отисы, наверное, одни из самых последних поставок. Дальше будут уже возить из Китая. Пойдемте смотреть квартиру. Значит, по входной двери есть небольшие механические повреждения, но это все будет подкрашено и отреставрировано. В общем, по квартире. Минимальное количество замечаний, отклонений по горизонтали и по вертикали по стенам нету. Неровностей плавного очертания тоже нету. То есть сделано достаточно хорошо, штукатурка сделана на 4 с плюсом. Есть, конечно, небольшие нюансы, их я покажу позже, но забегая вперед, скажу то, что после осмотра через неделю получили обратную связь от заказчика, и бригада, которая там была на устранение замечаний, исправила все дефекты, включая даже загрязнение всех плинтусов краской. Ну вот здесь вот небольшой дефект по откосу, там 5 мм, небольшие перепады по полу есть, там 2-3 мм. Вот здесь вот промахнулись немножко с установкой радиатора, не попали в размер, не подрезали шпильки в зоне крепления. Дальше давайте пройдем в ванную комнату. Такого ужаса, как на предыдущих видео со Скандинавии, здесь нету. Запилов под 45 нету, поставили уголки. Герметизация ванны сделана некачественно, есть небольшие протечки, также канализация выполнены без уклона. Также отсутствует гидроизоляция под ванной, ну, очень много мусора, какая-то пена, картон там, ну и так далее. Дальше давайте пройдем во второй санузел, посмотрим также плиточку. По плитке, значит, в целом сделано неплохо. Отслоения плитки нету, сколов, царапин нету, все шовчики более-менее нормальные, на углах сделаны уголки, запилов под 45 нету. Работа над ошибками проделана, в целом Скандинавия на 4.